Так, ребятки, всем привет. Так, надеюсь, меня нормально слышно, в принципе, да? Ага, музыка пропадает. Так, проверка, что там. Так, трансляция остановил, все в порядке. Блин, как бы это вонючее окно закрепить, а? Ну ладно. Так, сейчас чат проверю. Так, короче говоря, в принципе, все сделал. Забил чат видео, да? То есть теперь после того, как стрим закончится, чтобы можно было посмотреть полноценно, да, там и чат, и видео, какие вопросы задавались, то-то, сё-то. Так, вон там уже начинают подписчики собираться. Джефф, привет. Так, ну вроде как пока все нормально. Сейчас буквально еще минуты две подождем, и в принципе можно начинать. Пока толком-то и никто и не смотрит. Так, ребята, еще минуту ждем и начинаем. Сейчас я пока кое-что поменяю. Так, ну вот, в принципе, и все. Короче говоря, я написал на YouTube то, что я начал стрим. Вот, по идее, там всем должны как бы оповещения прийти, то, что у меня стрим начался. Так что, по идее, сейчас народ должен понабежать. Так. Вот только я, честно говоря, не помню, где это... Может, я убрал это оповещение? Хотя, в принципе, нет, я не убирал. Так. Турбодоступ, канал. Угу. А, вот уведомления. Так, ну-ка. Так, отправлять, когда я получаю сообщение. Так, это не то. Получать, ну. Короче говоря, ребят, скорее всего, я ничего не отключал, так что все нормально. В принципе, людям должны разослаться уведомления, как бы сказать, да? О том, то, что типа я начал стримить, да? Ну, я так понимаю, в принципе, мало народу будет отсмотреть. В принципе, ладно, хрен с ним, потом выложу, люди посмотрят. Вот, короче, хотел начать стримить Brutal Doom, попробовать постримить, но что-то потом передумал, потому что... Ну, заезженная тема, на самом деле, заезженная. Так, ага, привет. Вон, набираются люди. Welcome, как говорится. Так, ну ладно, погнали. Давайте пока поищем какие-нибудь серваки. Они вообще ищутся. Ага, отлично, все есть. Представляете, сколько серваков? Вообще обосраться можно. Какой-то фанатский мод получил такую поддержку. Это вообще прям... О, мне люди советовали в The Hunger поиграть. Ну, давайте попробуем. Так, опять подписчиков пока... Даже не подписчиков, а опять зрителей на моем канале. Отпишитесь, ребят, как качество. Я поставил битрейт на 1900. То есть сейчас средний битрейт это 1900, потому что многих лагал, и поэтому я на сотню снизил. Такс. Это, так, у меня пока начальный мультик. А, это самое начало, походу. Вот фигня-то какая, а, блин. Ну ладно, фиг с ним. О, вот, ZE-18. Давайте посмотрим на ZE-18. Это то же самое, э? А, не, нифига. Так, ну, welcome. Давайте же посмотрим, какой это у нас хардкорный мод. Сейчас я только вспомню, куда нажать, чтобы возродиться. О. Как там? Hello, wow. How to respawn. Обсервер, ё-моё. Или здесь... А, здесь сервивал. Здесь, походу, если сдохнешь, то все.
Короче, пока просто тупо походим по сервакам. Сейчас найдем самый оптимальный вариант и... Ух ты, уже 8 подписчиков. Ой, подписчиков, зрители, офигеть. Но со временем я не прогадал, в принципе. Как я и писал, по московскому поясу. Конечно, супер, отлично. Рад, что так и есть обсервер. Блин, что за обсервер такой, а? Факинг, как здесь возродиться? Ёптель, моптель. Чё-то нажимал. А, сейчас его грохнут и насрать, так. То, что, конечно, супер, это нормально. Так, еще раз всем привет, кто только-только пришел. Давай, давай, быстрее. Дай, как там, блин, писать-то? Вот зараза такая, а. Так, настройки, я баба играю. О, круто. Space Duck. Что тут у нас? Так, стрим будет идти около часа. То есть не особо много. Так, я по идее даже могу читать чат, не скрывая игру, потому что мы тут как бы в предпросмотре я все читаю. У меня что, чат себе встроен? По идее вы тоже можете читать в полном экране. Развернутом. Так. Ну, пока оптимально. 6 зрителей. Я, в принципе, уже говорил, но я решил застримить... решил застримить, короче говоря, свинку, потому что Brutal Doom это... Ой, Brutal Half-Life это такая немного тема, которая уже, в принципе, многим надоела, смотрю. Да, отлично, нормальный сервак, наконец-то, где я возродился. Так, халявау! Халявау! Отлично. Ну и куда бежать? Кстати говоря, много людей просил меня заснять Зейхангера, а вот эту Сенкуб, да, потому что не знаю. Не знаю, честно говоря, чем она так вам привлекает. Ну да ладно. Здесь какая-то лабиринтная карта. Как там по-английски куда идти? Who to go? Это как? О, я вспомнил это место. О, да. Здесь, короче, жесткая бойня была. На какой-то карте, я не помню какой, но была. Но я так понимаю, откуда они отсюда пришли. Так что... Так что вот. Блин, какая скука. Давайте бойню. Ну, так. Kill it by golem. Отлично. Значит, я просто-напросто не туда пошел. Так, 40 FPS стоит, 1900 битрейт, в принципе, конечно, должно быть нормальным. Баба. Ой, бля, ой, бля. Мать твою ж. Ну и откуда это говнище взялось? Так. Прочекаем, сколько у нас там зрителей. И... 5, пока 5, ну ладно. Так, на канале написал то, что у нас трансляция началась. Уведомления должны разослаться, так что, по идее, все должно быть готово. Что стоим? Мамочки, какие звуки. Что происходит? Интересно, сколько фанатских модов для Свинкупа? Ой, а куда идти-то? Явно не туда. Просто смотрел сборники карт, там их нормально, в принципе, по количеству. Очень даже немало. О, космобайкер. О, ё-моё. Бля, мне бы базуку. Какой хардкор, а?
3 обойма надо сажать в эту минуту. Обалдеть. Ну, по 2, конечно. Но факт остается фактом. Ребята, надеюсь, вы нормально слышите. Убиваем большую маму. Ба-бам, ба-бам. Бля, промахивается, что я не пойму. Все, отлично, готово. Ой, бля. Ой. Ой, ложись. Что за говно? Бом! Вот урод. Боже мой. Ни хрена себе, у них по 500 хп. Как убивать-то вообще? Только пистолетом рожу. И то смотрит не очень хороший вариант. Пропустите, пидоры! Кошмар. Медик! Что-то какой-то больно, слишком сложный сервер. Пипец. Ой, ой. Тебе говняшка бегает. О, это что, наш? Нифига себе. Дайте, походу, одним ударом монтировки по барнаку не обойдешься. Отлично, готов. Ты мать твою же. Раздаем хедшоты, бля. Ага, готов. Так, вот эти ребята убиваются легко, кстати говоря. О, ну-ка, базука. Давай-давай-давай, быстрей. Как там по-английски? Атак, хеликоптер. Базука. По акценту, так понимаю, русские играют, да? Yes. Так, минутку. Так, ребят, напишите, у кого лагает, у кого не лагает. На стриме 7 зрителей, что, в принципе, нормально. Как говорится, сойдет. О, прикольно. Пистолет его атаковать не вариант. По сути, на него, бля, надо-то всего ракет 30. Даже поменьше, да еб твою мать. Твоя! Вон! Собака такая, а? Мать твою! Бля, да попади ты в него уже! Ужас какой! Кошмар! Ребятки, если хотите, спрашивайте сам что-нибудь, задавайте какие-нибудь вопросы, я на отвечу, в принципе, чтобы КБУ как-то, я не знаю, более живно, так скажем, да? Стой! Вонючий лазер не работает. Бля, почему лазер? А, вот, все, отлично. Нифига себе, у меня миган. Ну, подбирай. Что делать-то надо, никак не пойму. Уничтожайте вертолет. А, все нормально. Ух ты, мать твою же. Обалденно. Обалденно. Миниган. О, да. Бля. Нахрен. Так, как это говно убрать? Такс.
Да что ж такое? Ой, бля. Сука. Ребята, пишите что-нибудь. Отлично. Ну, вонючие собаки, а? Так, короче говоря, если кто это потом захочет пересмотреть стрим, и, ну, это такое, конечно, будет вряд ли. Короче говоря, потом залью опять стрим на YouTube. Я эту функцию включил, функцию сохранялки стримов, да? Потому что я попробовал тогда загрузить стрим с Твича, это вообще пипец, такой кошмар. Это такой зашквар. Просто слов нету. Че, опять что ли? А, это свой. Это свой, свой. He's friendly. Ну все, в принципе, конец миссии. А, бля! Так. А пока можно проверить, сохраняется ли стрим. В принципе, должен. Угу, да, он сохраняется, да, записывается все. Ну, в принципе, нормально тогда. Так, тут нет PvP, PvP, нету. Привет, если любят, вы фанат. Так, привет, сталкер. Будет ли Half Mods 2? Да, будет, конечно. Так, что-то я не пойму, почему у меня чат не работает? Что-то хрень какая-то. Блин, как так-то? Так, сейчас, минуту, ребят. Может, надо в чат отписывать постоянно. Рандомный коммент, мяу, мяу. Так, походу чат слетел, блин, зараза такая. Не знаю почему, но он слетел, походу. Потому что я пока смотрю, я думал, то, что никто ничего не пишет, а на самом деле там уже 3 коммента появилось. Тут нет ПВП, в принципе, есть. Если поискать серваки. Вот, по поводу Half Mods 2, я не знаю, честно говоря, что я там буду записывать. Для начала просто-напросто попробую добавить этот мод, который типа эпизод 3, а потом уже посмотрим. Так, привет, будешь ли проходить... короче говоря, ССХ, это я значит за мод. Да, привет, Вувуби. Да, буду. А может и... Так, ну я осмотр на него точно сделаю, потому что прохождение с этим модом, оно в принципе не получится. Я даже не знаю почему. Хотя нет, знаю. Оно не получится, потому что мод очень глючный. Много лагает. Попробуй качество поставь на минимум. Блин, зараза, потому что чат работает нормально. Че стрелять-то я не пойму, а? А, они по этим рыбам стреляют. А ну хватит стрелять, сука. Прекратите его. Так, то что лагает это фигово. Я поставил битрейт минимальный какой мог. Могу, конечно, поставить 1800. Но это, по-моему, уже будет в ущерб. Здорово, здорово. Егор Шелл. Ага, нет, это пишет Ася. Ася, здорово, будешь проходить Crack Life. Так, Crack Life я буду проходить по-любому. Потому что знаменитый мод. Мамочки, какое говно, это взялось. Вон! 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 Педрила! Многие этот мод хвалят. Привет, Сталкерос. Так, привет. Саймон Пой. Блин, зараза, почему чат не работает, а? Что делаете, а? Изверги вонючие. Что вообще происходит? Что сделать надо, я помню? Так, поехали. Ух ты, ё-моё. По поводу мода ССХ, в принципе, мод... Я смотрел, мод на самом деле очень прикольный. Это то же самое, что и просто ССХ. Только там с очень много юмора добавили. Тоже модельки изменили, всякие звуки изменили, прикольные поставили. То-то, сё-то, ох, ё-моё. Как дела с Сталкерос? Да, в принципе, нормально.
не жалуюсь. Мамочки. Меня сейчас кухнут. Да ты, бля. Бля. You can respawn now. Кстати, ты используешь ту фишку в купе, которую я тебе написал под обзором с Венкуб? Это то, что можно воскрешать этих своих павших союзников? Пока нет. А в принципе я только что Свенкуб запустил, считай. Вообще его не запускал. С того момента, как последний раз видос снял. Хотя не запускал, но играл. Почти не играл, в принципе. Так. Так, чат. Надеюсь, ты будешь чаще снимать. Да, в принципе, я и так часто снимаю. Не, ну как часто? У меня сейчас просто-напросто времени нет. Так, вот конец этот чат сервера. Опять же, допустим, чат попробовал. На самом деле, у меня сейчас проверка... Ой, проблема с сессией небольшая. Поскольку, ну, сами понимаете, конец года, да? То есть, опять же, там всякие эти экзамены вонючие. Это, в принципе, да. Так, вот, чат работает. Походу придется его обновлять постоянно. Раз, минут 15. Мочи говнаря, бля! Да, я вижу твою проверку. Ты из Саратова? Нет, я из Самары. А тебе нравится Half-Life? Да, ну конечно. Я же его снимаю. Не, оригинальный Half-Life мне тоже, в принципе, нравится, но он надоел. Так что я пока не прохожу. Мне, кстати говоря, предлагали мне пройти оригинальный Half-Life. Второй. Но я что-то как-то... Честно говоря, даже не знаю. Мне кажется, смотреть это никто не будет просто-напросто. Вот если пройти Half-Life со смодом, то, в принципе, да. О, смотрите, реализованная крыса, нифига себе. Она ползает. Я могу попробовать пройти Half-Life Blue Shift и Opposing Force на канал. Вот это будет, по-моему, неплохая идея. Такс. Hello. Ой, мамочки. По поводу того, то, что редко стримлю, это да, потому что, опять же, проблемы со временем. Да и, в принципе, я не планирую пока часто больно-таки стримить. Я могу стримить часто через около... Я не знаю, где-то через полгода. Я здесь меня нормально слышно, так давайте все это дерьмо убавим, потому что это пипец. Я буду смотреть Opposing Force. Отлично. Я, в принципе, буду его снимать, это однозначно, только, опять же, вопрос когда. Потому что такая часть довольно-таки длинная, и на нее идет как минимум частей 15. Больно, бля. Отстань! Какие настырные твари. Ты в 11 классе? Нет, ну по идее да. Вообще я в колледже, как бы у меня второй курс. А так, по идее, если посчитать туда, в 11 классе. В школе я решил не оставаться, потому что я просто-напросто не хочу сдавать ГЭ. О, ЕГЭ это грёбаное. Да и как бы в колледже халява. В отличие от школы. Там почти ничего делать не надо. Так, как называется сервер? Сервер называется... Я так понимаю, вот этот. Ну, в принципе, да. Он называется... Вот его айпишник, ребят, короче, да? Вот, смотрите, возьмите прям, посмотрите, можете скопировать. Я писал тут коммент, ты будешь проходить смод. Вот так, по-моему, да. Да.
Half-Life 2 со смодом. В принципе, тоже можно попробовать, чем. Опять же, глючный мод, но, в принципе, попробовать можно. На кого учишься, там, как сейчас называется... Что-то по типу программиста, но это не программист. Короче, как вам сказать, простым языком смотреть, как какой-либо станок делает свою программу. То есть, допустим, какой-либо станок или какой-либо... Как это сказать-то, боже мой? Технический предмет. Ну, короче, по типу программиста, да. Смотришь, как... твою же мать! Заткни пасть! Shut the fuck! Ой, дерьмо! Shut the fuck, bitch! Ага, все, я его зовут. Так, все, отлично. Ну, короче, вы поняли. Смотреть, как какой-либо механизм сделает свою программу. Если что, то... смотреть, что с этой программой исправлять. То есть, как вот так вот. Я, честно говоря, не знаю, потом вообще буду работать по своей специальности. Мне кажется, нет. А может, и буду, хрен его знает. Ну, че, посмотрим, ребят. Так, сейчас проверю чат. Так, 9. А тебе уже делали донат? Нет, пока не делали. Мума-мума-мума-хей. Когда тебе сколько получается лет? 18. Не, 18 лет. Полно. Причем даже можно сказать, 18 мне только-только исполнилось. То есть получается как месяц, по идее. Вот. По поводу доната, нет, не скидывали. Я тут бро. Иван Бекет, здорово. Как дела? Что за черт? Куда вонючий сидит? Такс. Голос брутальный. Спасибо. Говорят, что я похож на 25-летнего мужика. Меня это радует. Ну и мясо. Ребята, как они достали, а? Вот скажите, вот если бы вот это все дерьмо творилось за Ихангери, вот это было бы атмосферное прохождение? Можешь добавить в теме? Честно говоря, не знаю. В принципе, можно. Просто проблема в том, что я тут добавляю только тех, с кем в основном играю. Не, ну, в принципе, я добавлю пока. Посмотрим. Ты классно снимаешь. Спасибо. Спасибо. Ребят, вот напишите, меня нормально слышно среди вот этого всего лора, что здесь творится? О, наконец-то, тишина, все. Good game! ГГ. Ой, меня убили. Так. А, нет, стоп, это не Good Game. Это этот... Нам на этот вонючий поезд надо попасть. Круто. Take cover! Медик! Нет, так оно тебя слышно. Игра громкая. Так, давайте тогда убаем. Во, вот так, по-моему, самый раз, более-менее, да? Так, на. Ну, подбирай вторую зиху. Да, в принципе, неудивительно, что игра громкая. Здесь такая фигня постоянно происходит. Постоянно вот этот тур, блин, эти выстрелы. Лаби! Шот, шот за лифт. Помнишь сериал с Гмод? Если про свой сериал, то, в принципе, да, помню. Я...
Я сейчас, в принципе, его продолжаю снимать. То есть восьмая серия пока создается. Медленно, но создается. То есть. И теперь я его буду создать более качественно, чем раньше. То есть не будет фигни с голосом там. Вот. То есть, более. Короче говоря, все будет записано более качественно, чем раньше, да? Потому что, во-первых, сейчас как все это делается, я сейчас записываю. Вот, а потом все это монтирую в этом Вегасе. И записываю сначала как бы без голоса, а потом голос записываю именно в Вегасе. То есть вот так вот. А не как с импровизацией раньше, да? То есть прям на ходу записываю, придумываю. Так, стрим лагает. Стрим лагает у меня. Блин, дерьмово. Можно попробовать еще понять ВПС на будущее. Так, бля, зачем я сюда прыгнул? О, все. Можешь добавить в стиме, да, потом добавлю. Блин, неужели придется еще битрейт понижать? Это фигово. Иван, Банек, ну ты потом, в принципе, можешь посмотреть. Не, реально, я потом его залью. Так что не расстраивайся. Боже мой. Так, ну тут ПР, ага. Яху! Охренеть. Вот это место самое дебильное. Не, все норм, качество FPS. Кстати говоря, у меня стоит 40 FPS, не 60. 60 оставить не стал, потому что будет еще больше лагать. Естественно, этого не надо. Сдохните уже, суки! Отлично. Так, теперь вниз. Ну, смотрите, там прячется, видите? Зараза такая. На, прям вообще. Тварь, сдохни. О, бля. На. У меня нет лагов. Со стримом все норм. Это я напрягаю компьютер. Ага, ну ладно. Значит, нашел самое такое золотое значение битрейта. Ой, бля. Стоп, блёк, мать вашу. Вот тварь, а. Да. Не знаю, кто это такой, в чем он променялся. Давайте нажмем, да. А че без вебки? Да хрен знает. Неохота свою рожу светить. Да и вебка подключать, всю эту фигню натворить. Что-то, честно говоря, так лень. Прям, не знаю. Снимаю пока без вебки, в принципе, что уж. Кстати говоря, на днях смотрел стримы, просто ради прикола, что-то вообще не понимаю логики некоторых людей снимать стримы и вообще ничего не говорить. То есть, я не знаю. Не, ну в принципе вы можете увидеть меня только ВКонтакте. То есть я ссылку на свою страницу. Ну, а на свободном доступе, как, короче говоря, вы можете меня увидеть с таким брутальным голосом. Да, по-обычному. Поверишь, по-обычному. Так, здесь и зрители. Круто, круто. По-моему, ты снимал Майнкрафт один, да, снимал. Прикольный мод, но, блин, он надоедает очень быстро надоедает. Так, у нас никто из подписчиков не играет случайно здесь, а то мало ли. А то я айпишник засветил. Ну, кстати говоря, еще раз айпишник, если хотите. Заходите, я еще минут 25 поснимаю, полчасика. Боже мой. А, отлично. Так-с. Она сейчас тоже взорвался, да? Что ты думаешь про Фирамира? А какой такой? Именно лицо. Честно говоря, не знаю, кто такой Фирамир.
А напиши, кто это такой, я скажу, что это, что я по нему думаю. Может, мы что-нибудь здесь делают? А, так, где это говно? Ну-ка. Ух ты, иди-ка сюда. Прикольная штука, кстати. Ай, больно. Че, кидается каким-то говном. Такс. Жалко Феромира, он же бы не звал. Кто такой Феромир, ребята? Я не знаю, кто это такой. Скажите мне, просветите меня. Запись на камеру. По поводу лица я не за этого не хочу светить лицо. Основная проблема то, что мне лень подключать вебку и лень все это настраивать. В принципе, я всегда снимал без вебки. Вот. И вот это раз, а во-вторых, посмотрите на Брейда. А, Майнкрафтер такой. Угу, все понятно. Судя по всему, его хейтера поймали и закончил все это не очень хорошо. А это что еще за нахрен? Это кто такие? Вот, допустим, у Брейна, да? Вот у него такая... А, и у Джессу тоже. Вот у них такая как бы фишка, да? То, что они снимают без лица, и за счет этого, в принципе, у них... немного подрастает популярность, так скажем. Людям это нравится, да? Ну, это как отмазка, в принципе, тоже... Тоже такая вторая причина. И отмазка, и причина такая... На самом деле, мне просто тупо лень и хочется показывать свое лицо. Да к тому же, стримлю редко и ради парочки стримов подключать вебку. Ох, играющих на чувствах детей. Мне кажется, это Ивангай. Здесь кто-нибудь из вас вообще смотрит Ивангая? Так, ребят, давайте в чате полегче. Да успокойся, ты. Кстати говоря, да, у Ивангая 7 лямов подписунов набралось, даже, наверное, 7-100 уже, то есть реально больше, ну явно больше 7 лямов, вот, честно говоря, вообще не понимаю, вот какой, вот кто его смотрит, вот я, вот это вот меня бесит, я вот не понимаю, кто его смотрит, я посмотрел видео, честно говоря, вообще там ничего нет, на вопрос другу, кто его смотрит, он отвечает, типа, дети. То есть это чисто какие-то дети там сидят и смотрят, ну, такие же люди, как Майнкрафт. Короче, такие же люди, что смотрели Ошку вот этого, да? То есть вот так вот. Ну, в принципе, так, наверное, оно и есть. Хотя я не понимаю, что там смотреть интересного. Я посмотрел его парочку видео, это вообще, это такой кошмар, это просто пипец, я не знаю. О, офигеть. 7 миллионов 100 тысяч. 165 даже тысяч, обалдеть. Ничего, хрень какая-то. Там, сейчас покажу пример его видео. То есть, всем привет! Сегодня я ничего не буду снимать, потому что я грустный. Какой-то грустный смайлик. И он потом типа, ну ладно, я пошутил, я грустный, но давайте я что-нибудь сниму, потому что я бля-бля-бля. Там то-то, то-то, кто это смотрит? Я вообще не понимаю, вот кто это смотрит, честно. Вот кому это нравится, я не понимаю, ребят. Я понимаю смотреть Брейна. Вот это реально крутой чувак или того же самого Бейксильвера. Вот это я понимаю. Вот это прикольный чувак, да. Там Джессус какой-нибудь. Блин, вот их реально смотреть весело. Да боже мой. Господи. Меня сейчас опять убьют. Бля, под себя стреляй, бля. Ага, убил. Быстрей! Тьфу-тьфу-тьфу, мне жаль его, прости, сталкера смотрел первый раз Майнкрафт, правильно, мопс.
Вообще, честно говоря, я не понимаю, кто это смотрит. О. Что здесь делать? Почему бы Кмеза не делают Ксен? Да нет, его делают, просто медленно делают. Ну, сами понимаете, если оригинальный бой к Мезу делали 8 лет, то дополнение, равное в третью часть игры... Посчитайте, сколько его было делать. Не, на самом деле, его по идее, должны уже выпустить. По идее. Потому что саму бой к Мезу вторую анонсировали в 2008, по-моему, или 2007. Смотрел ли я Хавана и Мэда? Да, смотрел. Сейчас скажу немного про них. Вот. Что еще я хотел сказать-то, боже мой. Ну, по идее, да, его должны выпустить, логично же. Что все-таки уже... 3 года, 2 уровня. Ну, короче, по идее, его должны уже выпустить. То есть, я не знаю, чего они выпускают. Но я думаю, если выпустят, то там будет пипец. Там будет такая графика обалденная, что вообще кошмар. Так, по поводу Хавана и Мэда. Хавана я не смотрю, это... Я так, знаю, кто это такой... Но я его не смотрел ни разу. Смотрел его обзор на бичке. Это единственное видео, которое я смотрел. То есть, как он там всякие бич-пакеты обзоревает и говорит, какая лучше. Какой поострее, какой послаще и так далее. Кремейшн мод на трудном. Блин, можно попробовать. Хотя, в принципе, нет, я тогда на обычном уровне играл. Фиг его знает, когда его обновят. То можно перезаписать, попробовать. Заодно и посмотреть этим. Как его. Новшество. Ну, новшество и на трудно пройти. Вот по поводу Мэдисона, я смотрел его трэш-обзор на всякие игрушки. Даже не трэш-обзор, а обзор на всякие трэш-игры. Вот это да. Вот это было прикольно. Про этого Гульмана и так далее. Вот это вообще прям жесть. Сейчас он тоже не очень интересный контент делает, в принципе. С YouTube он, по-моему, удалился. Он сейчас чисто тоже стримит. Он говорит, это ему выгоднее, типа. Хотя, честно говоря, я не знаю, как могут быть стримы выгоднее. То есть, если у тебя раскрученный канал, в котором месяц приходит по... Ну, допустим, если ты Мэдисон, тебе будут приходить минимум по 20 тысяч. И... Я даже не знаю, как может быть стриму. Если как можно стримить и говорить про выгоду. Я знаю, конечно, есть люди. Выгодно стримить, потому что здесь донат. То есть есть такие люди, которым скидывают там по 1000, по 2 рублей, да. Но это редко, опять же. Так, там обнова вышла, много багов. Исправили оружие, текстуру изменили. Это Cremation Mod, надо бы посмотреть тогда. Я помню, когда я его скачал, я офигел, 2 гигабайта весит и всего 4 карт. Я думал, ё-моё, сколько там всего будет, а на самом деле там ничего не было. Что за нахрен такой? Смотрите, что я достал, ёпта. Вот. Ой. Ты так досмотрел видео, PewDiePie. Ага, все понял. Ты про бой к Мезу. А, кстати говоря, в бой к Мезе еще мультиплеер добавили. Вспомнил, да. Надо тоже посмотреть будет. Хотя, по идее, я видел этот мультиплеер еще до того, как он вышел официально, потому что его слили. А не Фёда. Не Фёда смотрел его знаменитые школоблогеры. Вот это прикольная вещь. Бля, это что, провода, что ли? Что за нафиг? Чувак, ты открыл глаза, ты понял, моя помощь ВКонтакте? Так. Бабочки. У Нефёдова единственное, что можешь смотреть, это школоблогеры. Больше ничего. Да, прикольно, но максимум 5 человек играет.
Да, кстати, там, по идее, мало людей. В принципе, неудивительно. Не, он снимает. Ну, сейчас, по идее, не снимает, но тогда снимал. И, в принципе, единственное, что это... Это единственное, что можно у него смотреть. Остальное как-то тоже... Я в свое время сильно залипал на Блэксильвера, когда только-только рассвет инди-хорроров начинался. Вот это было круто. Потому что школьник кинул ему жалобу. А, да, я что-то слышу такое. Что-то он там доприкалывался. Ну, что там, кто-то что-то кинул. Я что-то так и не понял, он словил страйк или не словил. Или его отмазали как-то. Не, его по-любому отмазали как-то, но потому что все-таки такая личность знаменитая, на нем столько бабы гребут. Мать твою ж. Собака. Чувак есть такой канал Омской ТВ. И там Манифедо снимает раз в неделю ШБ. Вот вор. Сдохни, тварь. Опять имею эту штуку. Хочу всякой хуйней плеваться. Бля. 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 Ой, мать твою. Бля. У кого стрим? О, я знаю, кто зашел. Я его видел. Канал этого фантома видел. Я сначала подумал, что это оригинальный фантом, потому что значок ICP посмотрел, потом понял, что это не он. Здесь такой канал. PewDiePie, я, кстати говоря, тоже не смотрел. Хотя тоже знаменитый мужик. Говорят, его можно смотреть чисто из-за того, чтобы посмотреть, как он орёт. А так, в принципе... Бук Сильвера. Не Брейна. Я даже не знаю, от кого я больше всего фанател. Скорее всего от Сильвера, да? Хотя Брейну покруче Сильвера будет. Да, в принципе, они оба хорошие ребята, чё. И того можно смотреть. И то интересно. Вот дерьмо. Так, вон. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Сколько мяса-то. Ребята, обед. Может, игру с подписчиками сделаешь? Можно как-нибудь? Не, в принципе, да, можно как-нибудь забабахать и одновременно этот сделать, как его. Сейчас скажу. Блин, сходку, так сказать. Потому что сходки я ни разу не делал. Так, вон подписчики уже понабежали. Хеллоу! Как деля? Бля, полудохуй. Бля, я всегда прикалывал в оригинальном Boxing Force, это пушка. Black Mesa, можно попробовать. Для начала надо хотя бы установить и посмотреть, что да как, потому что я вообще ни разу не видел. То есть я не устанавливал ничего. О, кстати, я в свое время хотел еще Happy Wheels посмотреть. Но что-то как-то не дошел. Не знаю, почему просто тупо не дошел. А знаю то, что она как бы такая игрушка в браузере. Вот. Ложись! Ой, мать твою. Бля, меня прикалывает, что здесь взрывная волна по вентиляции идет. То есть, если взорвать эти мины, вентиляцию, то по ним взрывная волна немного пройдется. У тебя не лицухи? Нет, у меня... Я пиратку проходил. На видос.
Я проходил два раза, первый раз так, чисто для себя, а второй раз на видос. И тогда, я пиратку скачивал. Да, в принципе, когда я проходил, тогда и лицухи-то толком-то и не было. Не знаю, я смысл просто сейчас не вижу покупать эту лицуху, она же, по идее, сейчас не бесплатная. Или бесплатная, не знаю. Если не бесплатная, то смысла не вижу. Я смотрю, сейчас какой-то наплыв модов пошел на Half-Life 2, которые продаются за бабки. Вот тот же самый Wilson Chronicles, да? А она в Новый год стоила 150 рублей. Офигеть. Скидка, ё-моё. Вот, вот эти всякие проспекты, Wilson Chronicles, я чуть не помню. Вот я помню то, что проспект, он платный, а вот этот Wilson Chronicles, который самый говёный мод считается, я чуть не помню, он платный или бесплатный, он, по-моему, тоже платный. 440 рублей, ну вот, считай, 440 рублей, это ни о чем. Табускус. Про Табускус я не слышал, что это такое. Или кто это такой? Какие вообще сейчас моды есть на Half-Life 2, которые продаются конкретно? Это даже не которые продаются, а которые в этом есть. В Steam Green, что ли? Greenlight, по-моему, да. По-моему, Greenlight. Это как раз тот самый Wilson Chronicles. Проспект, вот. И что-то... Ну, да, всякие мультиплеерные моды. И еще какая-то лажа. По поводу проспекта, кстати говоря, тоже не очень мод. Не знаю, надо бы посмотреть. Ой. О, вот же. Мистер Сталкер, а ты будешь играть Гаррис Мод? Да нет, наверное. Я туда захожу чисто ради того, чтобы заснять сериал. Ой. Вот. 6 лямов у какого-то табускуса. Не слышал. Гаррис Мод с подписчиками. Да, в принципе, я могу создать свой сервак на... если я скадач сделаю. Потому что так-то я имею с этим опыт. Вот только печально немного. Но все равно имею. Ноль. Вот. Там заходил, отсил, наверное, человек 8 поиграть, и там было куча всяких ненужных аддонов, которые скачивались. Короче говоря, забил и сервак снес к чертям. А так можно попробовать. Да, все можно через пиратку сделать, да. Боже мой, слышно прыгает. На! Офигеть, на одного хиткраба нужны по две пули. Ну, какая понтовая музыка-то, а? Одна из самых офигеннейших. Ложись, граната! Каким-то какашками стреляет. Сними Half-Life Before. Посмотрим. Дойдем, дойдем, по-любому дойдем. Когда на Хэллоуисе буду там моды смотреть. Я же там по списку иду, так что по-любому дойдем. У меня лицуху можно зайти на серф, а от пиратом скинуть IP сервака. Да, в принципе, хрен знает, вот будет работать или нет. У них же тоже в Steam какая-то своя защита есть. То же самое с SK Source. Во-первых, они постоянно обновляют версии, то есть этой блэкмезы. Какое-нибудь мелкое обновление вышло, считай, все. О, второй подписчик еще не появился. Офигеть. Аж целых два подписчика, ребят. Один это Фантом, а второй это Саймон Про. В общем, короче, скорее всего, эта идея не сработает. То есть пиратка или лицуха, она обычно не срабатывает. Я думаю, через месяца два буду рекламу, кстати, покупать, скорее всего. Ой.
Куда мы попали? Только не тогда, как рекламу за 500 рублей, а конкретно уже либо за 2 косаря, либо еще что. Ван Чизер. Привет, сталкер. Привет. Что-то ты поздновато зашел. Если что, я сказал, то что по московскому. 7 часов начинает стрим. Да, реклама 20 рублей. Прикольно. На самом деле от рекламы будет мало отдачи. То есть вот почему она такая дешевая. Что это за фигня такая была? Дела были, уроки делал. Понимаю. Хотя я последний раз домашнее задание делал год назад. Потому что оно просто-напросто не сдают. Слава богу. А у меня нет уроков, стримку. Это хорошо. Так понимаю, в эту парашу наступать не надо. О, смотрите, дохлый барнакл лежит. Ой. Мочи, ублюдка! Ба-бам! Бинго. Сколько времени стрим идет? Он идет уже точно час. Я, наверное, поснимаю еще на 10-15, а потом закончу, в принципе, а потом на следующий день запись залью. Я, в принципе, эту функцию включил, сохранение стримов. Попом. Потому что я помню, когда я пытался скачать стрим с Твича, это вообще пипец, это просто нереально, это такой дебилизм. Я там программу 3 перепробовал, нифига не работает. Одна заработала, но это пипец. Ой, бля. Почему все рандомные цвета, а вообще красные? Не знаю. Это рандом. Детка. Два вопроса. Почему так мало стрим идет? Всего час? Нет, нормально. Почему? Я, в принципе, стримить долго не вижу смысла. Вера, почему стримы по одному часу? Потому что времени мало. Понимаете, сейчас сессия, ребят. Сейчас это такая задница, на самом деле. Со временем сейчас не особо. Да к тому же, в принципе, говорю, у меня помимо компа, ну, сами понимаете, есть куча других дел. Мало, обычно по 3. Ну, это такие стримеры заядывают, то есть это не заядывают. У меня вообще акцент идет на канал. То есть стрим это как бы второстепенное, так скажем. Я для чего делаю стрим? Для того, чтобы чисто пообщаться с подписчиками. То есть, а так, не знаю. А второй вопрос какой? А, второй, что лучше хап обсудится оригинал. Оригинал. Так, хрен знает на самом деле. Hello. Hello. Я Hello, знаю. Where from? Can you hear me? Я знаю то, что. Yeah. Не знаю, честно говоря, мне кажется, оригинальный Half-Life. Хотя, в принципе, Half-Life Suits тоже неплохая штука. Really good? Тоже неплохая штука. You're from America. Why are you playing on a European server? Я да. I like this server a lot. A lot of people on it. Ой. You're not welcome. Ой, это что такое? Это что, Фриман, что ли? Нифига, смотрите, что с Фриманом сделали. Ёптильный в рот. I'm kidding, you're welcome. Oh my god, Ball. You're welcome. Нифига себе, прикольно придумали.
Мало, обычно по 3. 5, кстати, подписчиков, а смотрит 11 человек. Вот, в принципе, еще одна причина, почему я долго и редко стримлю. Вернее, наоборот, недолго и не редко. Недолго и редко. Знаешь пасхалку в кафе с Гейбом? Не, не знаю. Знаю то, что у Гейба рожа на некоторых текстурах налеплена. Такие розовенькие. Быстрее бы мы увидели в моде Half-Life эпизод 2. Да, да. Мод, кстати говоря, говно. Это я не знаю. Сначала он, в принципе, был нормально, а потом он уже так надоедает. Он просто-напросто никакой, то есть... вот, реально никакой. It's motherfucking There we go. Есть еще один какой-то мод. Ну, тоже называется Arctic Incident. А, нет, это не другое, это для первой части. Winter Adventure, что ли? А, нет, Arctic Adventure. Арктическое приключение, короче говоря. Заставка Half-Life мод прикольная. Краткая история проекта. А, это да, подписчик сделал. Его зовут Зоу Арбуз. Не, заставка, кстати, реально прикольная. Я, по идее, поэтому и поставил, потому что подписчик старался, а заставка реально прикольная. Help, хотя, как... в принципе, почему не вовремя он ее делал, потому что я тоже в это время делал свою заставку. И получилось так, что одна заставка пошла на трейлер канала, а вторая заставка на трейлер Half Motsi. И, кстати говоря, скорее всего, через месяца два, когда заставка всем надоест, я ее уберу. Опять. И поставлю на место вот этого трейлера канала. Вот. А у тебя комп или ноут? У меня комп, конечно. На ноут я бы сейчас не стримил. Не, а здесь бенихоп работает, нифига себе. Здесь нормально бенихопить можно. Ой! No, vote no. No, no, no. No, 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 no. А я просто посмотреть бары. Вот реально, в моде единственное, о чем можно посмотреть, это на бары. Который там под конец игры наверное, появляется. Потому что больше нам смотреть не на чего. Вот вообще, мод чисто с атмосферы фир. Мощный. Да ну такой нормальный. Современный. Не вот прям топовый, но нормальный. И нон спенс. То есть, сейчас скажу, 16 или 12 гигабайт оперативки, я не помню. Вот, потом... карта, видеокарта 660 GTX. GTX 660. Вот. Arctic Incident, мод для первых Half-Life. Нет, это не то, я не про это. Ну там же типа Arctic. Ну а тоже посмотрю мод Arctic Incident. А ты случайно в ВК не называешься не Макс Уиллин? Да, я там так и называюсь. Ты, то есть, да, это мое имя. Там. Смотрел спидраны? Ой, да, пипец вообще. Вообще не понимаю, как он все это делает. Вообще просто слов нету. То, что чувак там творит, это просто кошмар. Реально не понимаю, как он все это делает. Медик! 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 Нифига себе, в натуре работает бенихоп. Поставить его на колесико. О, ну-ка. Ха-ха. Еще лучше, я мой. Не, с этим бенихопить нереально. Назад! Че это за карта такая вообще? Так, смотри, спидрана. Это твоя группа билда Альфа Бетамания? Да, моя. Я ее создатель. Я там единственнейший админ. Я что-то вообще не понимаю, она бесконечная, что ли, или что? Так, надо, вот от этой твари надо бежать. Это бесконечная карта. А, нет, смотрите, конец, конец. Ой.
Сюда кто-то добежал быстрее меня. Так, я в тиме тоже надеваюсь, медик. Перед окончанием стрима я тебе скажу, не заходи на русские лабы с Венкупа. А, на русские пабы с Венкупа. Почему? Что такое? Там много школоты. Ой, бля. Ко мне большая мамаша пристает. А сами большая мамаша, черт возьми. А мужичка убить не может. Твой мобильный отгадаем и будем звонить. О, это вам придется много долго отгадывать. Очень долго. You dreaming? Мы типа во сне, что ли? Ну хватит у меня на пути стоять. Большая мамаша. А, это, кстати, да, я видел то, что она проходит перевернутый. Вот это вообще не понимаю. Мне кажется, если ее перевернуть, она просто-напросто непроходимая будет. Я не знаю, как все прошел. Но он вообще такой чувак заядлый. В плане спидрана. Он вообще пипец. Там 3 цифры не хватает. Так, ребята, буквально еще 10 минут и закончим. Сколько там вообще нас смотрит-то? Нас смотрит 10 человек. Ну, вообще нормально. Очень много школоты, которая ни разу не играл в оригинал, зато люблю тралить в лабораторию. И что? Тралить. Alien Group. Традить. Ну да, я так и понял. Ну да, в принципе. Ну а чё? С тех пор, как они бесплатно сделали, считай. Сюда большой наплыв школоты произошел. О, монтировка прискакала. Причем не моя же. Есть еще один мод, называется Synergy, он на Half-Life 2. То же самое, по сути. Тоже для прохождения. Я скачивал мод, но он мне показался каким-то говном. Я не знаю почему, но вообще неинтересно. А есть еще один мод, называется Obsidian Conflict. Вот это пипец, вот он наоборот. Такая штука прикольная, вот только там народу нет ни хрена. Вот это меня очень огорчило. Мне в Ютубе очень нравится. А, ну да. You hit. Йоу. Тетрис. О, знакомая мапа. Hello. Один подписчик сбежал. Я играл в Half-Life Alpha. Я его снимал даже. Не, так-то играл, я его даже снимал. Глючная такая штука. Я иногда вижу дебилов, которые говорят, да, я играл. И прикольная штука, на самом деле. Очень прикольная. По-моему, те, кто так говорят, это чисто вот фаги, которые типа, вот я за оригинал. На самом деле, Бэкмеза прикольная штука. Самое главное, что ее бесплатно сделали, это вообще для бесплатной игры, это очень хорошая игра. Да, в принципе, даже для платной игры это очень хорошая игра. Сами представьте, столько работы разработчики сделали, да? И главное, они не потребовали за это ни копейки. Может, там были, конечно, донаты всякие, но это чисто по желанию, да? А так они бесплатно распространяют. Это вообще прям пипец. Вот это очень похвально, на самом деле. Что за такую работу они не просили ни копейки. Только потом уже, когда они в Steam забабахали, добавили мультиплеер,
Они потом решили за Ксен бабки забабахать. Шоу на здесь. Бля. Почему там написано, что ты модератор, хотя ты сниматель, ну или админ? Да я и тут и другой, модератор и админ. Это я просто для себя написал то, что я модератор. Могу написать админ. Так-то группу создал я, и там, по идее, никого больше нету в плане админов. Ну вот. Нажмем алло одновременно. Спаун был алло. В принципе, я сначала всю эту группу развивал с нуля. Когда только-только ее создал. Блин, это что такое? Я эти видюшки снимал по всяким бэткам. Это, кстати говоря, очень мучительное занятие, на самом деле. Это не проходняк снимать, это совершенно другое. А я со стрима вылетел. Ну да, свет поменялся. Его ником. На самом деле бетки снимать намного сложнее, потому что они постоянно вылетают. Это просто пипец. Невероятно. Вот те же самые сталкерские билды, это вообще это такой кошмар. Просто невероятно. Так, помнишь гол по рельсам в оригинале Бэкмед? Скажи, что раньше этап на гонетке был хуже. Да да, в принципе, конечно. В принципе, да, там, чё, она, Бэкмеза, она не то чтобы геймплей лучше, она, в принципе, такая же. Только графика намного убойнее, и физика, и то, и это. Почему написано с 3? Почему написано с 3 в сети? Не знаю. Но самое главное, то, что ты его смотришь, и это, он тебе показывает, это самое главное, по идее. А вот я тебя в Стиме нашел. Почему дробаш стреляет как автомат? Не знаю. Так-то, по идее, вот он. Это второстепенный этот режим огня. Воу. Опасная мина. Фэнкс. О, ё-моё. Ого, в КС наиграл. Да, в КС много наиграл. Умри! Да. Играл в Half-Life DSI? Не играл. Ой, спасибо, спасибо. Аж две аптечки лечит. Да-да-да. Ой, нет, не играл. Ну, поиграю. Может, проходняк сделаю. Скорее всего, так и будет. О, респаун. Отлично. Играл в Glitch Wife? Ой, вообще, честно говоря, что-то слышал такое, но что-то тоже какая-то хрень. Даже не в том смысле, то что хрень. Короче говоря, очередной мод где взяли, просто тупо заменили модельки, заменили звуки. Типа прикольно. Таких модов что-то хренище, кстати. Почему у тебя видео ровно там, где 1000... А. Чё? Не понял, что за вопрос, это кооперативная игра, DSI, да-да-да, я знаю. Там, по-моему, вдвоем можно играть, что ли. Там это, там две бабы каких-то, не помню, как их зовут. Надеюсь, у тебя за лет наберется 15к, я думаю, вряд ли. Если я, конечно, рекламку куплю, хотя я собираюсь покупать летом. Такую нормальную рекламку с Косаря 2. Какого-нибудь чувака такого, у которого там за 100 тысяч подписчиков переходит.
Можно же за 500. Хотя, я думаю, вряд ли такого можно найти. У которого больше 500 подписчиков, и который продаст мне рекламу за 2 косаря. Сейчас мы куски порвет, давай? Да? Нет? Да. Ну, давай. Да-да-да-да. Джина Кросс. Это не мод, а прогер рандомайзер. Ну, давайте, ё-моё. Ой, я граунд кинул, ёптель-моптель. Фриман Смин, да, смотрел. Первые серии прикольные были, а потом что-то такой зашквар пошел. Да и снимался он, кстати говоря, по-моему, редко. Еще так и не помню, есть Фриман Смит по второй халфе или нет. По-моему, все-таки нету. Что-то все говорили, типа, блин, там. Просто вот там, типа, собираются делать похождение Фримана на втором Half-Life там. А, нет, по второму Half-Life там то-то, сё-то. Я что-то не помню, так сделали или нет, начали хотя бы делать. Не, просто у тебя видео 1116, а подписчиков всего 5 косарей. Это как-то странно. Кстати говоря, для моего канала 1000 видео это очень много. Хотя, хрен его знает. Вот у Брайана Дита, допустим, по-моему, 5 косарей видео или 6. У Black Silver вообще 7. Это вообще пипец. Я когда узнал, офигел. Я чуть ли не в шок упал. Представляете, 7 косарей видео. Это же пипец. Это сколько надо снимать-то, а? Обалдеть просто. А у меня какой-то скромный косарик. Ну хотя как, в принципе. Если перевести на число его подписчиков, сколько у него там сейчас, 700? 800, миллион, не знаю. То по идее я должен как минимум иметь сейчас 120 тысяч. А я имею это каких-то 5 косарей, да. Вот так вот. Так что тому времени, когда у меня будет уже косаря 3 видосов, я думаю, надеюсь, до 100 тысяч хотя бы дойду. Хотя даже больше, наверное. Потому что я рекламу буду покупать раз в полгода активно. Нормальную такую, за 2-3 косаря. Так, Купленова, что скажешь? Смотрел, тоже какой-то... Да, в принципе, так себе чувак. Смотрел пару видосов, да и забыл про него. Только русский есть Минт. Ага, знаешь, что Фриманс Минт закончится, то, что слово Минт считается как Майнд. Буду знать. Помню само такой Half-Life Mind. Прикольная штука была. Вторую часть обещали, но только не сделали. Чё-то когда-то вообще заперся, непонятно куда. Та-ра-ра-ра-ра. Это вообще респаун. Так, ну-ка пишем kill. Сейчас, по-моему, там такая открытая площадка будет, если не ошибаюсь. Боже мой, не лабиринт, а? Ага, да-да-да. Так, никуда нам идти? Тут надо вниз идти. А, точно. Я ж проходил это место, ё-моё. Есть разум Гордона Фримана от русского, но она не закончена, еще один русский разум у нас. Разум русский на основе букмеза. Стоп шутинг ми. Да. Вот. Там внизу надо что-то сделать. Ну так сделай.
Да-да-да. Так, сколько у нас там людей-то смотрит? 9 человек, ребят. Так, ну вот, в принципе, и все. Давайте, наверное, уже заканчивать потихоньку. Буквально еще 3 минуты и все, наверное. Потом выложу стрим на канал, чтобы его лицезрели люди. Ой, я сейчас сдохну, который вообще на стрим не заходит. Бум, бум, бум. Смотрел «Разум Шепарда»? Не, не смотрел. Я вообще как-то не фанатею особо от этого, от этих разумов. Смотрел. МЛГ. А что это такое? МЛГ. Чё-то не знаю, что это такое. Даже у Андрея Нефёдовича подписчиков лям с половиной, а видео всего 793. Ну вот так вот, ё-моё. Не, ну вообще видео часто снимаю, на самом деле. На протяжении всего времени я часто видео снимал, особенно в начале. Сейчас я как-то так, по одному видео в день выкладываю. Снимаю я по 2-3 штуки иногда. Иногда вообще не снимаю, а выкладываю по одному в день. Вот. Я вначале часто снимал, помню, как-то 7 видосов фир заснял прохождение, представляете, да? Но они опять же были беспонтовые, а там уже был под третью серию уставший немного, и все, считай. Не очень был интерес смотреть. Какой отличнейший английский у тебя, да? Нормальный. Так. Simon Pro. Дидерк, Fairy Tail и так далее. Не, с продажами, конечно, у меня дерьмово немного, это да. О, отлично. Поехали, чё стоим, но. Давай. Запускай. А-ха-ха-ха, бля. Так, ну ладно, ребята, давайте тогда, пожалуй, закончим. Всем пока, удачи. Зато мы не можем похвастаться, что у тебя видео. Да ладно, зато у него качество видео намного лучше. Да, в принципе, у него совсем тематика другая. Ты читать не умеешь. У него тематика совсем другая, так что сравнивать не надо. У него видео поменьше, но не такого нормального качества. А у меня так чисто записал и все. No scope. Ладно, ребята, в общем, давайте. Всем пока, удачи. В общем, заходите на канал почаще. Комментируйте, оценивайте видео. То, что вы комментируете видео, это значит, вы показываете то, что вообще хоть какая-то активность на канале есть. Поэтому я на комментарии так хорошо реагирую. Так что вот, ребята. Ладно, ребята, давайте, в общем, еще раз всем пока, удачи. Не знаю, честно, что, еще один, что ли, подписчик? Пипец. Честно говоря, хрен его знает, когда будет еще один... Когда сходка будет. Вот. Хрен знает, честно говоря. Ну, давай, полетели. Сейчас опять сдохну, смотрите. Еще за нахрен. Как вот так? Хорошо. Ладно, ребята, давайте. Давайте еще раз всем пока, удачи. Увидимся с вами в видосах. Давайте. Пока.